Какую брать будем? А мне по барабану. Главное, чтобы неприметная была и стекла тонированные. Нашу или иномарку? Я сказал неприметную. Считаю, нужно содрать тонировку с лобовика, потому что это тоже такой нюанс, который будет мешать передвигаться спокойно по улицам города. Сейчас буду снимать там зеркало, что нужно снять, отдирать пленку, все покажу. Сорвать физически саму пленку со стекла, это в принципе будет самое простое сейчас. Второе по сложности, так скажем, это будет разобрать, я так понимаю, надо будет зеркало, потому что пленка туда заходит, да, под зеркало. Самое сложное вообще, из-за чего, в принципе, я в дороге не стал сдирать пленку, это клей, который останется под ней. Больше всего времени я потрачу сейчас на смывку вот этого клея. Сдирать, в принципе, его можно по-разному. Я выбрал способ использовать вот такую мыльную воду. Ферри здесь наболтал. Нож канцелярский вот такой вот. И пошире вот такой ножичек. Можно смывать этот клей растворителем, еще какими-то такими жесткими жидкостями, но я боюсь, у меня бывают помарки такие в работе, осечки небольшие, боюсь что-то здесь повредить, торпеду, не дай бог там покосячить. Вот, поэтому буду использовать мыльную воду. Сейчас вот здесь вот, получается, постелю какое-нибудь покрывальце, чтобы ничего не намочить лишнего. И все, и вперед, за работу, погнали! А, так вот здесь, в принципе, ничего снимать не надо, разбирать. Вот она, пленочка. Вот так идет. Кстати, что-то не особо это клей. Много там. Может, кажется, конечно. Даже здесь, посмотрите, вот на боковушке, видите, осталось. Это прям пленки, куски, да? Но когда я сдирал, да, получается, я не знаю, на японцах, в принципе, стекла такие же, я думаю, пленка тоже такая же. Но хотя пленка может быть и другая, может быть, здесь какая-то марка пленки. Я, конечно, приятно удивлен вообще такому раскладу. Опа, новая запись. Типа батарею зарядите. Ладно, поставим на зарядку. В принципе, нормально. Я 2 часа времени выиграл. Я думаю, сейчас поеду за шинами, съезжу. Присмотрел тут комплект шин разноширокий, как раз как мне надо, тоже с семерки. Перед 245 на 45, 19, зад 275 на 40. То есть, в принципе, заводской размер. Поеду. Я думаю, это то, что мне надо, этот комплект шин. Достаточно недорого. Потом все, если их куплю, покажу, расскажу. Все, движемся дальше. В общем, это обойдется тебе примерно 100 американских рублей. Ты мне уже машину должен за то, что я тебя снова жизнь спас. Ребят, хочу кое-что показать вам. Вот это вот домкрат, которого мне так не хватало в пути. И я тут призадумался, а вообще помог бы ли он мне в той ситуации, например, когда я проколол колесо. Кстати, по поводу того, что я его не купил, знаете, я несколько раз в году совершаю такие длительные поездки, перегоны. Там 3-4 тысячи километров каждый раз проезжаю. Вот, и крайний раз мне домкрат был нужен, наверное, лет 7 назад. На Урале, я помню, менял запаску. Вот, но я вины с себя не снимаю, конечно, это мой косяк. Я виноват, что ни домкрат, ни баллонник не купил. Хочу вообще проверить, помог бы ли он мне в той ситуации. Вы все видели, как наши на монтажке пытались открутить колеса. В том автосервисе, где я переобувался, я еще спросил, после пневмогайковерта, будете протягивать колеса? Они сказали, что у тебя болты самозатягивающиеся.
Я такого понятия как бы не слышал до этого. Ну ладно, окей, самозатягивающийся. Я как бы ребятам, мастерам доверил. Так вот, посмотрим, как они самозатянулись, эти болты. Например, я возьму баллоник, но даже не такой баллоник, вот стандартный, да, я возьму. Потому что эти баллоники на 17, они почему-то, во-первых, болтаются у меня. Вот. Вот так вот и болтаются. Вот такой баллоник попробую. На 17 головочку одел. Смогу ли я вообще открутить? Так, попробую встать. Слушайте, блин. Довольно-таки сложно открутить. Попробую вот так сделать. Вот так я, в принципе, любые гайки. Ну, гайки в случае с японскими машинами откручивал. Никаких проблем не было. Прикиньте, как бы тут не сорвать, блин. Слушайте, хоть в Питер едь, и чтобы они откручивали там, как хотят, эти болты. Так, возьму поаккуратнее сейчас головочку на 17. Та немного болтается. Возьму вот такую. О, открутил. О! Так, может, это в головке дело было? Давайте попробуем. Все мои 73 килограмма, они сейчас вот стояли и не могли сорвать этот болт. Попробуем становую тягу. Спинку прямо. Опа! Ну, в общем, о чем хочу сказать. Домкрат сейчас в машине есть, баллоник есть. Я, можно сказать, ну, исправился. В следующий перегон отнесусь к этому моменту более серьезно. Ну, а тем временем предлагаю посмотреть масляный фильтр. Сейчас разрежу его, посмотрим, что там есть, что там нету. Очень интересно. На предмет стружки, кусков герметика там. Что-то здесь это... Стружки вон. О, пацаны, смотрите. Это все стружка, да? Вот так вот все это выглядит. Да, вот металлические части вот такие имею, ну прям видно металл, да? Крупные даже фракции такой есть. Есть меленькая такая стружечка. Есть прям кусманы такие. О, вот этот прям. Смотрите, прям забористый такой. Вот это слитое масло с Бэхи. Получается 2 3-литровых полных бутылки. Одна вот, наверное, без 1 литра. Или, может, без 700 грамм. Ну, понятно, здесь мазута мазутная. Ничего не видно на просвет. Вот. Эту бутылку только я могу вот так сделать. То есть я зачем вообще сюда залил? Потому что были подозрения, что масло сильно жидкое. Вот. Я рассчитывал, что если есть антифриз... Рассчитывал, что он отделится,
ну и будет конкретно уже видно, допустим, на дне, что зеленый осадок такой. Но этого ничего не видно, и в принципе эти бутылки сейчас отправляются в соседние гаражи мужикам на растопку печей специальных, которые на отработке работают. Вот такая вот история. Такой же фуры, как у Димана. Серьезно. А что это за коробки такие? Закрывай форму. Чем она покрашена? Раптором? Да. А трафарет ты так хаотично сам приклеивал? Угу. Раптор не выдержал. Диман, а чего сиденья у тебя стоят? От Марса. Прикольно. Просто показать V8, что как бы не просто так машина, не бим здесь никакой двухлитровый там. Он был не строй. Давай фото меня для мотора. Ну что, пацаны, как оценка экспертная? Сейчас. Сейчас обороты упадут. Сейчас. Да, это твой спойлер, да? Чтобы зажигалка не... Смотри, вот то, что она маленько шевелится, это как мускул кар. Сейчас газу дашь, под ремень и это. Газельваген, ну блин. Новая жизнь. Вот какого цвета кабина будет? Такого. Тоже фиолетовенькая? Ну, это покраска такая крыша? Это летний снег. Нифига себе. Так это вот эмульсионка. Мы не пойдем, надеюсь, сейчас за пацанами. Я такая появилась. Вот такие гаражные будни. Парни, кто на чаечке, кто под градусом. Маленько перед пацанами проставился. Миска пожарили. Вот. Встретились, неплохо время провели. И все, каждый по своим делам. Пацаны сейчас газель будут, газельвагена своего делать. Тоже можешь как-нибудь снять его. А я буду пытаться в гараж заехать, пока все окончательно не растаяло. Все, пока.